Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон, мы продолжаем играть в Sacred 3. В принципе, ребята, то, что я заметил, что я уже мог выбрать другую миссию, но так как я одну миссию проходил два раза, потому что я никак не мог убить финального босса, и я немного убавил сложность, поэтому я как бы уже четвертый уровень, да? То есть мы были на второй миссии. И за вторую миссию мы должны были поднять как бы одного. А, нет, это как бы арена, а не миссия. То есть мы можем пропустить ее и пойти сразу проходить миссию. Но все же, давайте. Что? Если мы можем пройти, то почему бы не пройти? Мы же можем бабла себе заработать. Смотри, ребята, сейчас. Смотри, как у нас вот это. Боечка, уже желтая. Было как бы не желтая, да? Зеленая, мы увеличили уровень. И уже желтая. То есть я думал, это миссия, это не миссия, это бой на арене, как бы дополнительная миссия, чтобы выиграть деньги, чтобы уровень себе повысить. Я так понял. И вот это тоже увеличилось. Как бы сейчас секундочку. Вот это извержение вот этих штучек. Это тоже увеличилось, так как мы это тоже увеличили уровень. Я не знаю, это миссия или это вроде вот так просто арена и потом выйдет с нее. Фиг его знает, если честно, ребят. Сейчас посмотрим. Я еще немного звук убавил, потому что действительно было очень громко, мне так кажется. Могли казнить, ну ладно. Так. Ничего, сколько вас еще там? Да. А, точно, я же забыл, мы же еще и новую вот эту взяли. Ну, копье. Так. Казнить. Бам! Все, последняя миссия. Не миссия, а волна. Потом посмотрим, что у нас. Дальше проходить или новая миссия? Бам! Вот эта штука вообще офигенная. Так. Все, убили. Еще вот этого. Этого выкинем вот так. Way to go, guys. Come back to base. You deserve a little time off. О, тотем энергии. Да, это как бы дополнительные миссии, но за эти дополнительные миссии не хреновые призы, когда ты выигрываешь. Тайный грот. Ну это как говорю, дополнительная миссия. Ну все же, отлично. Подтвердить. Еще и опыта нормально так. Тотем энергии, золото. Подтвердить. Так, вот смотрите, персонаж. Давайте, может, еще что-то увеличим. Так, это у нас уже по фулу. Давайте тогда... Сейчас, навыки. Навыки. Боевые умения. Вот это я хочу увеличить, но требуется уровень 13. Ни хрена себе. Ага, понятно. А вот это что такое? Рой насекомых. А, ладно, пока ж не будем это. Навыки. Давайте казнь, что ли. Дальность казни увеличивается на 30%. Ну, нормально, нормально.
Так, ладно. Ну что, давайте начинаем миссию. Куда нам там идти? Вот, это как бы дополнительная миссия была. Вот бухта Пелия. Давайте. Cartel's troops anywhere. Так, ну что, поехали. Еще новая локация. Oh no, the attack must have already started. Hurry to the city. Быстрее к городу. Ладно, побежали. Опять эти ловушки. And cue the mercenaries. For each one you take out, it'll be one less slug in the city. My pleasure. На. На. Так, отлично. Love it. Так. И вот. Нет, не того я хотел. Так, вот эта штука вообще офигенная уже. Вот это. Ну, у меня нету энергии, чтобы показать. Ну, в принципе, вот эта двоечка. Уничтожьте два десантных корабля. А как их нафиг уничтожу? И на. А как я их уничтожу нафиг? Или просто вот так их... А, во. Это вообще офигенно. А, они просто вот так. Ага, понял. Понял, понял, как их уничтожить. Вот так. Так. Вот так. На. Вот это вообще крутяк. Ху. Все, нормально, всех поубивали. Сейчас, походу, нам сюда, да, тут чекпоинт. Чекпоинт. И вот сейчас сюда, по идее. Так, энергия. Нет, не сюда. Или сюда. Фиг его знает, если честно, куда нам идти. А, вот сюда. Уничтожьте войска на верфи. Верфи. So you destroyed my... I won't get mad. This guy will. На. 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 Sexy. И на тебе. Там, там. Вот, силовой прием. Давай. You're just sailing through here, huh? Now, get to the city before cartel's troops get any cozier. Так. Ну, сейчас пойди сюда. Больше, в принципе, у нас вариантов нету. Так. Ух, какие-то новые монстры. Или мне показалось. Техник? Бам! Офигеть, какая казнь. Уже вроде немного получше стало. Maybe you can, if you find a way up to the roof. Не знаю, сюда ли нам идти. Now you're flying. Ну, да, вот сюда. О, чекпоинт. Будем быстренько проходить это все, постараемся. Как можно быстрее. Вот как будто вот это вообще это атака. Hot stuff. You're into saving the earth, right? Так. Then you won't mind a little rain. Так, это собираем, хотя во, энергия нужна. It's not rain. Постараемся как можно быстрее пройти вообще эту игру. Не говорю, что очень быстро мы ее пройдем. Постараемся.
убегаем. Убегаем. Чекпоинт. Так. О, как это нужно. Так, уже намного легче. Хотя... И на тебе. На тебе. Вот так. Так, так. Поверни колесо, ага. А где мне их найти? Шесть колес поверни. А где мне их найти? Ну я понял, что не забыть о колесе. А, во. Монеточки. Нет, тут мы пройти не можем. Нет. Ах, почти что пятый уровень. Пять колес. Какие нафиг пять колес? Где мне их вообще найти? Hello, hello. My name is Wheel. I'm а, вот. Оборотов колеса. Ага, то есть 6 раз его повернуть нужно. Я думал 6 колес найти. Понятно. Казнь, казнь, бам! Еще раз. Еще раз. Офигеть. Казнить? Бам! Еще два раза. Оу, боссик. Так, давайте уже его завалим. Дай, да я слышу, слышу. Я слышу, что ты там хочешь. Дайте я этого пока что убью. За него вроде... Да, за него офигенно куча опыта дает. Ну, не совсем что куча, но нормально. Так, сейчас сюда. Быстренько, быстренько. Чтобы не засиживаться. О, это... How do you feel about being crushed under a building? Hey, no fair. Так, bishops так, так, сейчас куда? Вот сюда. Go, go, go. Get out of there. А сейчас куда? Ай. Слушайте, я походу сюда. Просто там другой какой-то путь был. Походу, ай, вот сюда. По идее, хрен его знает. Я что-то вообще не туда бегу, мне так кажется. А, нет, туда. Охренеть. Не слишком ли вас много вот этих боссов? Не слишком ли вас много? Ребята, вы что-то какие-то... Так. Так. На. Ай-ай. Жизни. Фу, успел. Ну давай. Отлично. Пятый уровень. Я походу не туда побежал. Да.
Открыли. Ого, зато тут сундук реально большой. Офигеть. Офигеть. Не, ну зато два босса опыта набрали, и зато еще 200 монет. Ни хрена себе, 200 монет это много. То, что сейчас куда нам идти? Мы походу по кругу бродим, ходим. Так. Куда тут вообще идти, если честно? Я не понял. Но вот сюда нет. А, нет, вот сюда. Так, а сейчас куда? Просто камера так немного. Так, чекпоинт. Отлично. I think you're clear. So, this is the main street now. Think you can drive the mercs back to the marketplace? Нет, вот сюда нет, тут сюда вниз нам нужно. Фух, ну чё? Зачисти главную улицу. Главная улица у нас вот там, да? Охренеть! Новые боссы всякие. Отлично, убили. Куча бабла там. Ай, давай. The city is officially free thanks to you. Let's send our condolences to Cartel and his flagship, shall we? А сейчас куда? Хрен. Сюда пойди. Reinforcements, artillery, fire, bla bla bla. А, нет, сломать ворота. A lot of time, just run on home. The harbor gate is closed, and closed from the rocks. Hey, what if you run the rocks to open the gate? Give it a try. Ай. Ну что ты? Так. Ай. Вот так, это так быстрее будет. Почти. Почти. Отлично. Okay. Давай. Давай. Ща. Дайте мне сюда подойти. Yes. Now obliterate Cartel's flagship. Казни спам. Так, еще давайте вот этого. И все. Отлично, все. Открыли мы двери, можем отсюда идти. Фу, сейчас мы куда придем? Чекпоинт. Сейчас. А, опять вот здесь. О, это еще что такое? Ай! Ага, понятно, что это такое. Так. Ай! А сейчас их спалит. Опять босс. Вот это босс. Ладно, давайте, что уж. Босс это как бы конец миссии, по идее. Ну что, давайте приступим, фига. Интересно, что за босс вообще? Неужели корабль? Корабль. I'm getting really embarrassed for you. Как мне отбить атаку? Why is he calling me Gloria?
А как мне отбить атаку его? Что-то я не очень догоняю. О, это что? Пробуждение. Так, ты ж... Ну, да умри ты уже. Еще один пробудился. Как? Сейчас, я немного понял, что мне нужно сейчас, если это задействует. Да нет, да как это? Сейчас, дай. Походу нужно подойти вот сюда, да? Вот сюда. Да, вот так нужно. Офигеть. Вот это нужно будет долго понять. Да, вот так. По чуть-чуть вот это взрывать. Ах, капут. Давай, давай, давай. Что самое офигенное, ребята, это то, что мы с помощью этой пушки можем восстанавливать себе здоровье, когда наносим урон. Вот это реально офигенно. Давай, иди сюда. Давай, 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 давай. Ух. А, нет, ребята, я еще лучший способ нашел. Вот так. Ship stopped firing. Oh, so cartel could send me a message. You got it, right? Да ты ж... И на тебе. Давай, давай, вы где, взрывники? Бам. Sexy. Ну где вы, где вы? Give that landing boat a proper send-off, will ya? Древники, давайте. Бам. Just get that landing boat real quick so you can focus on the ship. Да ты ж... Ребят, я не понимаю, что вы хотите-то от меня. Чё-то я не догоняю, что вы от меня реально хотите. Ну тогда я еще понимал, да, вот. Добей эту десантную лодку. Какую десантную лодку? А, то есть вот этим добить нужно или чё? Сейчас, дайте я разберусь. Все? Что-то не прут, да прут. Give that landing boat a proper send-off. Какой нахрен лодки? Да, нужно быть немного внимательнее, действительно. Все, понятно, понятно. Ну давайте вы уже. Ай! Подходите сюда ближе. The good ship Gloria will go down. На! На! Отлично!
вообще другое дело, намного быстрее. Отлично, почти, ребята. Нет, походу там еще судно. Давайте сначала судно. Давайте, давайте, ребята, побыстрее немного. Давай, давай. И бам. Давай. Где вы взрывники? Всё. На, еще одну. О, новая пушечка. My beloved Gloria, we destroyed 20 cities together. Oh, well. Woohoo, you did it! Cartel sounded the retreat, and he can't get into much trouble without Gloria. Бабло, бабло. What a name. Нормально так, бабла. Ну чё, заканчивай миссию. Завершенная миссия Пухтопелия. Бухта, какая пухта. Да, почти 6-й уровень, ни хрена себе. Дриада пробужден, пробужден. Так, персонаж. Навыки, духи. Вот, у нас есть два духа, одержимый. Энергосфера восстанавливает членам отряда больше энергии. Нет, это не нужно. Атака ослабляет врагов на 3 секунды, уменьшает наносимый ими урон на 10%, критический урон уменьшается на 30%. Нет, не нужно. Так, сейчас боевые умения. Землетрясение. Нужен 13 уровень, чтобы это увеличить. Ни хрена себе. 12 уровень. Да вы чё-то, ребята. Так, снаряжение. Доспехи. Святое волшебство защищает от ядов и огня. Урон уменьшаемый с течением... Урон, получаемый с течением времени, уменьшается на 50%. Доспехи. Так, это у нас что есть? Это у нас что теперь? Давайте... Критический на 1 больше, материал на 2 меньше. Не знаю, ребята, даже. Давайте пускай это у нас будет. Хотя... Критический урон увеличивается на 80%. Ни хрена себе. Ладно, пускай это пока что будет. Давайте еще, может, навыки, казнь. При казни восстанавливается энергия. Требуется 10 уровень. Ах, твою ж. Боевые умения. А, ну чё, давайте попробуем, что это такое. А, нет, мне землетрясение больше нравится. Ладно, ребят, давайте на этом закончим эту серию. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.